Всем привет! Берем кусочек огурца и нарезаем на кружочки. Нам потребуется яйцо, сыр, крабовые палочки. Солим, перчим. Добавляем майонез. Все перемешиваем. Из приготовленной начинки сперва формируем шарик. Затем конус в форме елочки. И выкладываем на огурец. Украшаем зернами граната. И посыпаем любой зеленью. У меня салат фрилис. Макушки также украшаем зернами граната. И наша закуска елочки готова. Быстро, просто, очень вкусно. По желанию можно посыпать орешками. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Пишите комментарии, буду очень рада. Всем удачи! Всем привет! У хлеба отрезаем корочки. И вырезаем треугольники. Отварную морковь нарезаем на кружочки. Формочкой или ножом вырезаем звездочки. Для начинки нам потребуется яйцо, сыр, любой паштет у меня печеночный, укроп, солим, перчим. Добавляем майонез и все перемешиваем. Намазываем приготовленную начинку на хлеб. Украшаем звездами. Формочкой вырезаем новогодние игрушки. И украшаем наши елочки. Также можно добавить зеленый горошек, маслины, оливки, и наша закуска готова. Получаются очень вкусные, нежные, красивые бутерброды. С начинками можно экспериментировать. Всем удачи и с наступающим Новым годом! Пока-пока!